Всем привет! Сегодня я покажу очень вкусный салат из свеклы, который прекрасно заменит знаменитую шубу, и называется он «Красная шапочка». Для его приготовления нам понадобится филе сельди, я покупала готовую селедку, уже разделала, пол большой луковицы, 3 среднего размера помидорки, 2 отварных яйца, 1 отварная картошина, 2 свеклы среднего размера вареные и 2 отварные морковки. Также нам понадобится майонез. Будем делать сеточку. Кучи подготовили. Лук нарезали крупными кубиками и томаты также нарезали крупными кубиками. Остальное, морковку, картошку, свеклу и яйца натерли на крупной терке. Собираем салат слоями, делая сеточку из майонеза.